О, вот это отличный ракурс. Шах-шах, надвинулась? Да, надвинулась. Я еще мама хорошо предложила отсюда ее поснимать. А то там мешают эти провода. 5 сентября. Ты смотри, какая красавица. Ноль эмоций, ты понимаешь, сфинкс лежит просто и все. И даже волосинкой не пошевельнул. Ну вообще прекрасно. Ой, как хорошо. Ну давай же, поверни свое личико, Гель, читай. Рысь может плавать? А кошачьи люди воды боятся или нет? Ну, сказать, люди умеют. А то вряд ли бы стали воду держать. Ты видел ее размеры? Это ей для питья. Ей бассейн нужен просто напиться. Не, не повернется. Ну ладно. 5 сентября 2021 год, Харьков. Красавец. Мама, не зря мышцы качал. Мышцы качал, чтобы вот так. Так, это у нас для тигра этого амурского, но его пока нет. Я так близко подошел, так что даже к счастью.